Ребята, всем привет-привет! Я не готовился, решил для вас, именно для вас, для тебя, кто смотрит это видео, записать такой лайф-ролик, сказать тебе спасибо, потому что 1 августа 2016 года на канале Китай Рулит появилась очень интересная цифра. Это 1 000 000 подписчиков! Целый 1 000 000, представляете? Для кого-то это огромная цифра, просто недостигаемая, как была и для меня. И знаете, внутри себя я остался тем же обычным парнем, который создал когда-то канал, снимал ролики, и у него постепенно что-то получалось. Канал я создал в 2013 году, 19 января, и первое время я начал снимать распаковки. У меня и сейчас куча различных товаров, все это лежит, ждет дальше продолжений. Но так на тот момент мне приезжала одна посылка в месяц, и первых полгода вообще я почти ничего не снимал. Грубо говоря, за 3 года канал набрал 1 000 000. Начиналось все очень просто, я снимал то, что мне нравится, никаких планов не было, ни 1000 подписчиков, ни 10 тысяч, 100 тысяч, какой 1 000 000, вообще даже об этом не, даже в голове мысли такой не было. Я просто занимался тем, что мне нравится, и до сих пор этим занимаюсь, поэтому, наверное, не ощущаю то, что у меня 1 000 000, понимаете, 1 000 000 подписчиков. В 2013 году я создал... Первая 1000 пошла, вторая 1000, там подключился я к партнерской своей программе Air, с которой и сейчас сотрудничаю. Огромное спасибо моей партнерке, потому что она тоже принимала огромную роль в моем развитии, помогала, подсказывала, что как правильно делать, что не делать. Поэтому, ребята, вашей команде вот такой вот лайк. Если кто не знает, подключайтесь, будете просто счастливы и рады. И до сих пор с ними никаких не было проблем. Вот, потом 10 тысяч, потом 50, 100 тысяч. Я получил кнопку, когда у меня уже было 200 с чем-то тысяч подписчиков. Кнопка на 100 тысяч, как же это круто было. И на тот момент я понял, что да, я делаю то, что мне нравится, людям это нравится, я буду продолжать дальше, и цель пошла 500 000 подписчиков. Потом в каком-то, я уже не помню, сколько было подписчиков, когда заблокировали канал на 3 дня, и это было по дурости, один из подписчиков просто прислал мне ролик, который я загрузил на основной аккаунт, и заблокировали абсолютно все каналы. Но опять же, огромное спасибо партнерке, она мне помогла все это. И в тот момент я понял, как можно потерять все. То есть у тебя канал вроде как не 200 там было, или 200, или 300 тысяч подписчиков, и только хопа, и все, у тебя ничего нет. И постоянно вот так вот канал, вот так вот развитие постоянно было, и наконец-то я увидел эту цифру 1 миллион. Спасибо огромное вам, что вы смотрите, что вы поддерживаете, что вы комментируете. Я читаю в основном все комментарии, но все-все-все не могу прочитать физически. Если я загрузил ролик, буквально первый и второй день читаю комментарии, смотрю, что вам нравится, что не нравится. Конечно же, есть над чем работать. Кто-то скажет, что у меня накрученные там подписчики, еще что-то. Ребята, знаете, самое главное, что я сам перед собой чист. У меня была, единственная цель у меня была 1 миллион подписчиков без рекламы за деньги. И у меня это получилось. И когда уже я увидел 1 000 000, я себя словил на мысли, я же никому не платил денег, ни копейки просто. Все рекламы на других каналах, если вы где-то меня там видели, это все были коллаборации между каналами. То есть я им делал рекламу, они мне делали рекламу. Я 1 000 000 подписчиков набрал без одной рекламы. Это просто, знаете, пример для тех, кто уже, у кого там 1000 подписчиков, я не думаю, что только за деньги можно продвигаться на YouTube. Нет, просто любите то, что вы делаете, и у вас все получится. Поэтому еще раз огромная вам благодарность за то, что вы есть, за то, что вы смотрите и меня поддерживаете. По вопросу, что будет дальше, ребят, мыслей теперь просто куча, понимаете? Потому что после 1 000 000 открываются такие просто, знаете, вот до 1 000 000 это какая-то цель, это как ты доезжаешь в какой-то большой город. Вот ты приехал в город, и ты понимаешь, что в этом городе просто огромное количество людей, огромное количество направлений, и ты теперь не знаешь вообще, куда смотреть. Конечно же, останутся посылки,
посылки от подписчиков переедут на второй канал, потому что не все они нравятся. Они будут выходить на втором канале. Огромное спасибо вам, ребят, кто присылал посылки от подписчиков. Я не посмотрел, сколько было роликов, сколько было посылок. Всего роликов наснято было больше 1300 с копейками. Я уже их просто не считаю, потому что они выходят очень часто. Посылок от подписчиков, я не знаю, сколько было. Но чтобы так вот не обмануть, я думаю, штук 400. Штук 400 я распаковал посылок от подписчиков. У меня, кстати, вот еще есть парочку. Что здесь лежит, я не знаю. Вот скоро тоже будет видео. Скорее всего, оно уже будет на втором канале, потому что на основном канале я хочу все переделать. Так, долго вас задерживать не буду. Буду отключаться. Еще раз огромное вам спасибо. Только с вашей поддержкой я дальше продвигаюсь, потому что, понимаете, другие люди, которые приходят сторонние на канал, они до конца не понимают, что здесь происходит, к чему эти все посылки и так далее. Они не улавливают. Понимаете, у нас такая аудитория, команда, которая понимает, почему мы собрались, почему мы смотрим распаковки, почему мы экономим в Китае, покупаем, а не ходим в магазин и платим на 20-30% больше. То есть у нас специфическая аудитория. Из-за этого немного просмотров на роликах, но я буду стремиться к тому, чтобы они подымались. Еще раз вам огромное спасибо, что вы есть. Подписывайтесь на канал. Хотя, знаете, те, кто меня смотрят, те, кто будет смотреть это видео, вы уже подписаны. Просто напишите в комментарии что-то приятное. И я вам тоже пожелаю удачи. Если вы создали свой канал, если вы занимаетесь чем-то, любите то, что вы делаете, и у вас все получится. А я продолжаю дальше, потому что цель дальше просто огромная. Это 10 миллионов подписчиков, но я туда пока не смотрю. То есть для меня я хочу немножко собрать все в кучу и вывести контент на действительно очень крутой уровень. Всем спасибо, до новых встреч. Пока-пока, ребят.